паранойя. Что ты делаешь? Я? Что ты делаешь? Я хочу немного расслабиться. Да что ты, ладно. А, нет, не так. Судя по твоим словам, я пытаюсь приспосабливаться. Меня в это не впутывай. В каком смысле? Хочешь расслабиться, расслабляйся. Зачем зыркать в мою сторону и ждать моей реакции? Ты наблюдал за мной. Но... И давно? Или только сегодня? Неделю? Две недели с момента переезда? Ну и что же ты подсмотрел? А? Что еще ты увидел? Что я увидел? Да, что еще? Ну, я... Я видел много. Не в том смысле, как ты там... В общем... Я про другое. Я видел, что ты... Может быть, одна из трех человек на свете, кто любит чипсы со вкусом пиццы. Еще ты единственная моя знакомая, которая больше времени проводит на крыше, а не внутри дома. И что ты там делаешь? Ты читаешь книжки. Ну, то есть не глянцевые журналы типа Seventeen или, ну, ты понимаешь, ты серьезные книжки читаешь. А еще ты делаешь такую штуку. Очень похоже на психоз, но это не он. Когда ты выходишь из комнаты, берешься за ручку и хочешь выйти, но не выходишь, останавливаешься. Потом возвращаешься, подходишь к зеркалу и смотришь на себя. Но не с вопросом типа «Ну как, я хороша?» Скорее, что-то вроде «Кто же я такая?» И то, что ты задаешь себе такие вопросы, это круто. Еще ты, как и я, выглядываешь из окна, смотришь на мир. Пытаешься в нем разобраться, понять, почему в нем нет того порядка, как в твоих книжках. Я просто на тебя смотрю. Это или самая гадкая, или самая классная вещь, которую мне говорили в жизни. Don't make